Это наше время служить Тебе. Это наше время поклониться Тебе. Ты достоин нашего внимания, нашей любви. Ты центр всего, любимый. Спасибо Тебе за то, что Ты являешь Себя нам, свою красоту, свое величество, свое могущество и также свою простоту. Больше и больше Ты показываешь, насколько Ты доступен, насколько Ты доступен. О, и мы вступаем в Тебя. О, мы входим в Тебя, любимый, в это утро, в поклонении, в любви. Ты один достоин. Скажи Ему, Иисус, Ты достоин всего. Ты достоин всего. Иисус, Иисус.
прекрасней всех. Иисус, о, как сияешь ты, ты прекрасней всех. Иисус, о, как сияешь ты, ты прекрасней всех. Мы созерцаем Твою славу. Мы созерцаем Твою славу. Мы созерцаем сияние Твоей славы.
Ты дал нам глаза,
духовные глаза созерцать Твой свет. О, Твой свет, он сияет ярче, Его свет, он сияет ярче солнца. Вы можете это представить? Мы на солнце натуральными глазами не можем вообще даже полминуты посмотреть. Начинают болеть глаза. Но на Его свет, нашими духовными глазами, мы можем созерцать и созерцать, и созерцать, и созерцать, и созерцать, и созерцать, и созерцать, и созерцать. Он открыл свое лицо, Он разорвал эту занавесу. Он сказал: созерцайте меня, вот я. Он приглашает тебя, Он приглашает тебя смотреть на Него. Потому что, смотря на Него, мы превращаемся в Его свет. О, мы преображаемся в Его свет, в Его жизнь. Мы есть дети света, мы есть дети света. Мы есть Его дети, Он есть свет. Ой, мы заражаемся Его светом. Тебя мы преображаемся, смотря на Тебя мы преображаемся в Твой свет. Его свет внутри нас, и мы смотрим на Тебя, Иисус, как Ты прекрасен. Иисус, Иешуа, Иешуа.